Привет, друзья! Сегодня у меня очередная распаковка посылочек с AliExpress. Это две посылочки до заказа к предыдущему заказу, именно к фонарикам, как вы догадались уже. Кого заинтересует устройство фонариков, можете посмотреть предыдущее видео. Здесь находится зарядное устройство, как вы видите, пришло с почты с повреждением, я уже вскрывал данную посылочку. Здесь еще не вскрывал, находятся два аккумулятора. Зарядное устройство мне обошлось в $5.27, аккумуляторы в $5.15. Как я уже сказал, я посылочку вскрывал, смотрел. Поставлялось вот в такой бумажной упаковке. С противоударной пленочкой. Зарядное устройство фирмы Litecoil, если правильно произношу на английском. Имеет два слота для аккумуляторов. Зарядный ток 500 тысяч ампер-часов. Пришла вот так вот упаковочка помятая чуть-чуть, но это не страшно. Сейчас будем смотреть само зарядное устройство, как оно выглядит. Данное зарядное устройство через USB порт заряжает. Идет заряд. Выглядит само зарядное вот так вот. К нему, получается, идет провод. Ну, как всегда, инструкция на китайском языке. Хотя бы хоть раз прислали на русском. Но все мы понимаем. Ну, хорошо, что еще на английском даже есть. Это классно. Ну, как бы я английский не знаю, китайский, соответственно, тоже. Инструкцию мы просто вложим рядышком. Дальше вскрываем посылочку с аккумулятором. Не знаю, как они там запечатаны, запакованы. Сейчас вскроем, мы увидим. Также упаковка получается твердый такой картон. Противоударной пленкой. Вот так вот они положили, запечатали. Такой вот еще дополнительный пакетик. Не знаю, заряженные эти два аккумулятора или не заряженные. Сейчас мы все это проверим. Написано Япония, Made in Япония. Удивительно, что не Китай. Также состоит фирма Litecoil. Ну что, попробуем поставить один аккумулятор в фонарик. Посмотреть, заряжены они или нет. В фонарике такая вот проставочка есть для пальчиковых батареек. И также вот такая пластиковая проставка для данного аккумулятора. Как мы видим, аккумулятор пришел заряженный. Кстати, то, что говорил по видео, предыдущее снимал по освещению данного фонарика. Говорил, что сниму обзор, как он светит. Сейчас день у нас, как вы видите, свет у него отличный. Надо будет как-то ночью снять. На расстоянии и удаленность, на какой он может светить. И выкинуть обзорчик на канал. Вот это я приятно удивлен, что они заряженные. Конечно, процент зарядки какой у них, я не знаю. У меня нет устройств для проверки. Поэтому я вам не скажу, насколько они заряжены. Сейчас просто проверим еще этот аккумулятор. Рабочий он или не рабочий. Заряжен он, не заряжен. Смотрим. Как видим, что тоже заряжен. Будет обзор снять посвящение данных фонариков. Но до этого я оставлял пальчиковые батарейки.
свет он где-то луч добивал на метров 200. При этом хорошо можно было в темноте рассмотреть, что находится, но пальчиковые батарейки очень быстро садились. Поэтому было принято решение заказать аккумуляторы с зарядным устройством. Почему заказывал дополнительное зарядное устройство? Потому что на данные аккумуляторы у меня просто его не было. На пальчиковые батарейки есть, но не на данные аккумуляторы. Как мы видим, по данному зарядному устройству слоты регулируемые. То есть вы можете заряжать на данном устройстве любые батарейки. Соответственно, вставляем сюда аккумулятор. Один и второй. Ну вот, примерно показывают индикаторы, насколько точно они показывают. Показывают индикаторы, что они пришли 75% зарядки. Насколько это точно, я не знаю. Попробуем сейчас подзарядить до 100%. Видео, конечно, это все не поместится. Потому что по времени, я насколько понимаю, займет это очень много. Попробуем сделать зарядку от зарядного устройства телефона. Подключаем. Как мы видим, процесс зарядки пошел. Происходит вот такое освещение, что идет заряд. Сколько это продлится, не знаю. Получается, вот как раз я включил на 0,5 ампер заряд. И есть на 1 ампер, можно поставить. Соответственно, провода у меня, к сожалению, этого нет. То есть вам надо будет второй порт, тоже с USB разъемом. Так, батарейка выскочила. Надо аккуратненько вложить. Ну, что я могу рассказать по данному устройству? Рекомендую как бы к покупке. Благодаря индикаторам вы увидите, насколько у вас заряжена батарея. Данные вот аккумуляторы не китайской, японской фирмы. Я, кстати, на AliExpress специально искал. На сайте было указано, что Samsung, но почему-то пришло Litecola. Может, где-то в описании, вот в этом мелком шрифте есть надпись Samsung, я вам затрудняюсь сейчас ответить. Нет, я, к сожалению, не нахожу быстрым взглядом, не могу найти. Но было на сайте указано, что батарейки именно относятся к Samsung. Заказ дошел очень быстро, что батареи, что зарядное устройство пришло за 3 недели. По упаковке доволен, как они упаковали. Еще раз показываю коробочку фирмы Litecola. Упаковка, можно сказать, сильно не повреждена. Товар дошел хорошо, корпус также не поврежденный. Ссылочки будут под видео. Кого заинтересует, можете заказать. Аккумуляторные батареи на 3400 ампер-часов объем. Зарядку, как я уже говорил, 0,5 ампера и 1 ампер. Соответственно, по данному проводу, который шел в комплекте, мы можем только заряжать на 0,5 ампера. На 1 ампер больше ток, соответственно, вам надо будет провод с 2 USB разъемами. Соответственно, я закажу данный провод, скорее всего, опять же, с AliExpress. Отдельно, я думаю, он дорого стоить не будет. И сниму дальнейший обзор по зарядке именно на 1 ампер часов.
Ну все как бы на этом. Еще дополнительное видео сниму, как и обещал, по фонарикам в ночное время. Сейчас заряжу аккумуляторы на 100%. Поставлю их в фонарики, ну и погуляю с вами вечерком, когда стемнеет, сниму видео. Все прекрасно вы увидите. Сначала, может, даже поставлю вешку, замерю расстояние шагами. Соответственно, объясняю вам все это на видео, рассказываю. И будем пытаться тот объект, который я поставлю на определенных расстояниях, высветить. Все, всем удачных покупок. Ссылочки, как всегда, внизу под видео здесь будет. Всем удачных просмотров, удачных покупок. Всем счастливо, пока. К сожалению, за данный период видео, как мы видим, заряд еще не взялся. Сейчас отключу зарядное устройство. Что у нас показывает? Также 75%. Ну все. Всем пока. Смотрите следующий обзор.